Денис Клименко в оранжевой форме. Антон Дупленский в форме Дупленский на спине. Куда ты полез? И Антон Дупленский проигрывает первый сет этого матча. Подача тверской топор в плане чудеса. Жестокий розыгрыш, остается только пожалеть Антона Дупленского, чтобы соперник просто жестко с соплями. Thank you.
вытаскивает Антон Дупленский, травмируя колено, и тут же получает жесткий ответ по линии. Это очень жестко. И Антон Дупленский в неравной чудовищной борьбе выигрывает этот тяжелейший сет. Еще подача. 4-5 очков понесла секретная подача Тверской топорик. Спасает. Ирония судьбы, Тверской тренер против Тверского спасения. Я не могу, Валерий.
Как так можно играть? Этот матч достоин финала. Да ну. Фамилия. Да, фамилия Марцеха. Запомните, ребята, эту фамилию. Техники пробил этот удар Антон Дупленский, его унесло прямо за линию стола и не попал в мячу. Но тем не менее выиграл сет, ничего себе. Шнурки у Антона Дубленского и не позволили сделать сложный, мягкий, невесный топ-спин от стола. Несколько пскричей собрались поболеть за своего коллегу, за своего спортсмена. Подачу Антон Дупленский. Ай-яй-яй-яй, как же так? Матч повис в воздухе с непонятной траекторией и заставил Марцеху промахнуться. Как важно иметь в максимале сложнейшую подачу. Недооценил силу подвески Михаил и вогнал мяч в сетку. Готовится подать свою подачу Антон Дупленский. Внимание! Очко в кармане. Подача,
Ай-яй-яй, как хорошо сыграл Антон Бекхендом. Заслуженно выиграл очко. Ковыляка принимает мяч Антон Дуплевский. Не все этого заметили, но многие заметили. Не заметил, к сожалению, этого Михаил Марцеха. И проиграл это очко вместе с ним матч. А мы переносимся к борьбе, к битве характера, к противостоянию двух школ настольного тенниса Морозова и напротив Антона Олейника, Петрозаводск.